Динара, поделитесь впечатлениями от вашей поездки в Гармиш-Партенкирхен. Сегодня встали с делами в 9 утра. 8.30. Ну, 8.40, скажем. Да, и поехали на поезде. Мы поехали. Сначала мы собирались полтора часа. Нет, все было быстро, на самом деле. Мы успели покушать даже. А потом поехали на поезд. Я обнаружила, что я забыла свои iPad и телефон. И по пути телефон у Дилары тоже заблокировался. И только вчера мы научились им пользоваться. Поэтому ходим. Мы ходим и снимаем все на фотоаппарат. Да, как раньше. Тесный. Запахи такие, все цветет. Птички поют. Вот, советую приезжать сюда. Почаще. Отлично. Спасибо.